Государственное предприятие «Витебский зеленстрой» активно занимается благоустройством. Высаживаются тысячи деревьев, цветов и кустарников. К примеру, бригада участка номер один в один из дней занималась посадкой спиреи на зеленой зоне, идущей вдоль проспекта Победы. На месте бывшего газона высадят 1500 растений. Таким образом, будет поддержана концепция оформления, заявленная на аналогичном участке у Витебского госуниверситета. Сейчас самое удачное время для посадки деревьев и кустарников, потому что движение сока в стволах приостановлено, и растение еще не проснулось после зимы. Этот период продлится до 15 мая. Специалисты Витебского зеленстроя работают слаженно и быстро. Их сегодня можно видеть по всему городу. Обещают, что и в этом году не обойдется без сюрпризов для горожан.